такая фигня на выходах. Это в режиме проигрывателя. Высокий уровень на второй ноге. Высокий. И на выходе у него вот такая вот белиберда. У этого ОНЧ, создающего помехи. Теперь у нас же режим радио. Здесь вот у нас низкий уровень. Низкий. Смотри, что на выходах делается у нас. Опа, ничего не делается. Практически чисто. Это интересно, да? На выходах чисто. То есть, когда проигрыватель, он работает в одном режиме, а когда радио, он работает в другом режиме. Менее шумным, но однако же все равно достаточно шумным. Любопытно.